Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в режиме ВКС представил региональным полицейским нового начальника УМВД России по Магаданской области Александра Постовалова. Глава МВД России обозначил направление, которое требует приоритетного внимания. И в Удмуртии, и в Магаданской области увеличилось количество жалоб на неправомерные действия сотрудников при приеме и рассмотрении заявлений. В этой связи прошу держать на постоянном контроле вопросы функционирования дежурных частей. Владимир Колокольцев пожелал Александру Постовалову успехов. Он верит в то, что при поддержке заместителей и коллектива сотрудников Александр Постовалов сделает все для безопасности региона. Разрешите выразить благодарность за оказанное доверие. Работа в новом регионе для меня большая честь и большая ответственность. Хочу заверить вас, товарищ министр, и руководство региона, что приложу максимум усилий, все свои знания и профессиональный опыт для выполнения поставленных приличным составом управления задач –